Всем привет, с вами Малыш, и это у нас игра Арк. Я так понимаю, чем дальше, тем она хуже. Жалко, что потихонечку просто убивают вот этими всеми багами игру. Пошел собирать солому. Напали три ужасные птицы. Пришлось, благо недалеко от дома, пришлось взять медведя сходить. Потому как колобок просто забаговался, и не выйти ничего, просто ничего нельзя сделать. Уж и вручную пробовал, и так его отозвать, он вообще никак не реагирует. Он просто забаговался в этом дереве в секвойном лесу. Так что совет на будущее вам. Будьте осторожны возле этих деревьев. Багов очень много. Я потом еще расскажу о багах по поводу секвойного леса. Где мы не раз падали, когда там или кецелей. Ну что же, вот такие вот у нас ситуации. Даже не знаю, как теперь доставать его оттуда вам. Будьте осторожны. Всем спасибо. Всем пока.